6 дагестанских продуктов участвуют во всероссийском конкурсе. От республики заявлено 6 брендов. Это дагестанская баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и дагестанский урбеч. Победители конкурса будут отобраны в 8 номинациях. Всего жюри выберет 22 финалиста. Также один победитель будет определен в ходе народного голосования. Оно пройдет с 19 ноября по 2 декабря на сайте вкусыроссии.рф. Участвовать в голосовании может каждый, кто пожелает. Поэтому призываем жителей республики отдать свой голос за свой любимый дагестанский продукт.